Уважаемые друзья, сегодня, 18 октября 2013 года, в год 70-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Арабской Республикой Египет, в нашей маленькой, тихой, провинциальной старице происходит удивительное, необычное для наших мест событие. Открывается бюст знаменитому египетскому писателю, литературоведу, историку Таха Хусейна. Я думаю, что этот момент в истории нашего города будет новой страничкой во взаимоотношениях египетского народа, российского народа в лице наших горожан. Потому что мы сегодня, горожане, имеем возможность соприкоснуться с историей совершенно нового для нас государства, государства Египет, с известными людьми Египта, такими, как был Таха Хусейн. Сегодня мы благодарим Усаму за этот щедрый подарок и надеемся на наши долгосрочные и, самое главное, плодотворные взаимоотношения. И, дорогие старичане, разрешите мне вручить благодарственное письмо и слова благодарности и признательности Усами за этот замечательный бюст. Спасибо. Мы надеемся, чтобы в дальнейшем наше отношение укреплялось и углублялось. И в конце концов хочу сказать: да здравствует дружба между народами, да здравствует мир, да здравствует Египет, да здравствует Россия. Спасибо вам большое. Хочу поблагодарить руководство города и района за реализацию этой прекрасной идеи. Это мудрое решение и, как говорили, это сближает наших народов. Поэтому в основном я вас поздравляю с этим событием. Постарайтесь читать произведения нашего писателя Таха Хусейна. Они приведены на русском языке. Еще раз с этим большим событием.